Видишь, какие танки ДД еще? Ну, танка ДД, рега Егеры. Танка хила ДД. Да не хочу я хилом, блин, не лень. Ну мы ж будем очень просто долго ждать их. Зачем? Это ж обычки. Ну, в смысле... А, эти, да, наверное, я втяну. Тогда, блин, вообще, чтобы не заморачиваться. Хотя, ладно, давай. Бегать. Не, ну хочешь ли я чисто хилом, мне-то ж... Это ж просто переодевание, бла-бла, я танк. Я, конечно, не ожидал, что я буду танком. Мне доверили танчить. Ничего себе. Ай, мать. Вот это везет со старта, да? Только переоделся, блин. Работает. Ты если везет, так везет до конца. Суманите. Псих, нафиг. Тебе лишний кикнуть, блин. Надо итемы купить. Сразу не рега, я загоняю итемку. А ты уверен, что мы не будем смотреть, работает он или нет? Не, вообще сразу, если когда выйдем. Угу, хорошо. Что-то меня... Не понял, чё? Подтормаживает. Вроде просто тянет. Давай просто проверим, Артес есть или нет. Дебил. Может, у тебя просто нереально красивую хумовскую графику не тянет? Ага, хум задумывался об этом. Кстати, она идеально. Блин, натуре классная вообще. Тут хотя бы видно пузо, блин. Моей эльфийке вообще не видно пузо. Я тебе говорил, что на хумке все лучше смотрится. У хумки нету, блин, стелса. Если можно было задать, я бы задонатил бы. Да. Вот это единственный бог. А еще меня бесят, что эльфы высокие сильно, понял? Они, блин, наверное, раза в полтора выше хумки, блин. Ну это лечится, егерь-могерь. Бегаешь маленьким черепом. Нет, скелетиком. Она была... Класс, возле мини-карты, правой кнопкой. Тип подземелье. Ну, Артеса нету. Но оно не работает, судя по всему. Была ты не девочка, а тебе, блин. Добавьте его, друзья. Я могу даже выйти отсюда, блин, все как печально. Откуда выйти? С инста этого. А лазом? Угу. Да я тоже сейчас лазом выйду, просто я кикну. А я не могу лазом выйти. А, не можешь? Да я просто тебя кикну, не переживай. Кикни, плазми. Да. Как херово хила. Не, ты меня не устраиваешь по ГС и вообще. Все нормальные хилы холики. Я потом, возможно, шипешника удалю со временем. Угу. А толку мне, допустим, от шипешника? Не, ну накач было нормально, но в принципе облегченный вариант ходить в инсты. Хотя можно. БГшить вообще будешь? БГшить? Ну, шипеш. У меня нету шмота. Не, ну БГшить можно и холиком, в принципе, шипешником до жопы тут БГшение. Просто, блин, там это все так сомнительно получается. Ну хотя. Получается танка хил на БГ. Как-то холиком как-то... на БГшить чисто заради того, чтобы больше хилить, что ли, да? Типа щитки не катят, да? Ну да. Понятно. И гоняться все время за этими, да? За друидами. Можно попробовать холик. Не, я как-то пытался холиком с друидами, я ж тебе говорю, там было это все очень сложно и прочно, но в принципе реально. Ну и X5, ну а лучше X1, конечно. Ну X5 тоже пойдет. Руки должно выравнивать. Твою ж мать, нет, только не застревать. Фух. Слышишь, тебя не хотят кикать, говорят, что ты охрененный хил. Так клянусь, я херовый хил. Ладно, сам кикнусь.
Вы можете сравнить свои достижения с достижениями других игроков? Что, я самоубийца, что ли? Понятно, что у всех других игроков лучше достижения, чем у меня. Это, не регай, не регай. А у нас все равно 10 минут, поэтому... А, да? Мне надо где-нибудь найти реагенты. Нигде не видел здесь на Лоране. Да давай я тебе куплю, нахер ты будешь париться. Сколько тебе их купить? Скажи, какие? 3 пака, блин, покупай. Они там... Свеча какая-то, да? Свеча... свеча благочестия. Нашел. 3 пака, да? Угу. 60 штук. Ты в Лоран летишь? Пока не лечу, я же все равно буду инстригать. А зачем они тебе до инста? Так, давай ты не кидал, да? Потом разберу. Может, скрафчу что-нибудь, разобью на пыль и продам. Выходит дороже. Да, тебе там, походу, можно нормально зарабатывать. Ну, а я могу, если что, руды потом собирать. Но это не точно. Не, ну зато та эта руда, если ты ее все-таки найдешь, когда... Это будет просто охренеть. Сразу 1000 голд, на, блин. Так, я что-то хотел там еще по крафту глянуть, да? Нагрудники. Перчатки крушитель. Что-то знакомое. Короче, перчатки дают как запястье силу атаки. 44. Ни хрена себе. Наверное, мне такое надо, блин, вместо меткости. Ничего. Кольца на всего заклинания почему-то быстрее. Научи дух. Нагрудник на восстановление маны. Я смотрел у всех престов на восстановление маны, камни на восстановление маны. Где они такие вообще-то стали? Камни на восстановление маны. А, подожди, перчатки штурм добавляет, да, силу атаки? Я тебе чалил. А это перчаток крушитель добавляет 44 силы атаки. А штурм второго уровня добавляет всего лишь 35. Видишь как? Ну, на крушитель нужен осколок грез, это синька, понял? Если я не ошибаюсь, у меня таких я тоже дохерища и больше. Осколок грез. Ну, не дохерища, но есть. Ну, отлично. Ну, за осколки грез я покупаю рецепт. Кстати, пойти посмотреть, что там за рецептики есть. Поэтому мне, возможно, эти к осколкам нужны. Синьки надо будет очень нахера, получается. А синьки как раз самая проблема, да? Хотя это надо обычки, наверное. Нет, обычки, да. С обычек. Или со старых вот этих вот инстов. Ну, не со старых, а я имел в виду с... А, они же с гер дропают. С гер, да. Со старых. И она там вроде никому нахер не нужна. В обычках может еще сказать, не нужен этот синяя херня. Кристалл пропасти распыляет на говно. Че, дурные что ли, не пойму. Фиолетовые шмотки распылять на синие, че на зеленые. Ладно. Хотя да, может быть встреч. Это и выход. Может там, а это в смысле, я понял. Ну фиолетовый камушек распылять на зелененький.
Может, если у тебя сильно дохера, и у тебя только один фиолет исключительно. Оружие оберег. Так. Чар, который наносит удар в ближнем бою, от времени исцеляет владельца оружия. Есть такая чарочка. Ну да, когда мне наносят или когда я наношу? Когда ты. Может, танку такую надо. Хотя хрен, мне танку надо ПВПшный. У меня мышка своей жизнью живет. Везет тебе. Она может тупо кликать в Варкрафте как бог третьем или нет? А херу. Да, может, танку и классно. Я, кстати, когда-то давно вот такие чарку себе кидал танк. Еще паладин был, который хилится как бог там, да? Может, поэтому ты хилился как бы? Может быть, слышишь, просто, а вдруг если он от массы действует, да? Масса вот это, бэ-бэ. Ну да. Ледорез есть еще. Оружие, наносит. Ой, да, ледорез я читал, да, но он какой-то пишет конченый. Я его он от огня, да. А, это ледорез. Короче, есть какая-то чарка замедляющая еще вроде как. С 50% на 50%. Но зараза, дело в том, что она реально... А знаешь, что еще есть интересное? Формула для оружия истребителя великанов. Вроде бы звучит говно, да? На оружие ближнего боя увеличит урон, наносимый великанам. А, и дающий шанс уменьшить скорость передвижения при атаке. Вот это, наверное, она и есть. Замедляющая. Только зачем она, не пойму? Она очень редко срабатывает вообще, очень. Я ее чарил даже на Xenophane, что-то оно вообще печальное. Обучает наложение на плащ чар, короче, да? Слегка повышающий незаметность и ловкость на 10. То есть незаметность можно один талант не выучить, да, допустим? Да нет, можно просто вообще быть в нем. Просто даже когда бьешь, да, получается? Угу. Слегка незаметно просто бьешь. Ну, против нежити говно. Вот есть пуха надвуручная. 110 атаки добавляет. Да. Должна быть где-то еще пуха, которая время от времени бафает на меня фигню, которая увеличивает мою атаку, по-моему, на 120. Она на двух пухах висит постоянно. А есть на перчатке, которые на 2% увеличивают угрозу. На одной ручке 65 атаки. Сила заклинания 63 на одну ручку. На плащик понижение уровня угрозы и духа увеличивает, прикольно тоже. Тело, все характеристики 10 на 10 увеличивается. Сапоги на силу атаки. И выносливость 15 есть еще на скорость бега, сапоги. Да, но это как раз живучесть клыка, а вот это хорошая тема, я ее постоянно себе чарю. Угу. А у тебя она и висела, кстати, раньше, как я помню. Тебе ее кто-то зачарил, ты еще говорил 15, выносливость мне ничего не дает. А, ты же за нее заплатил, да? Не понял, о чем ты. Я ее купил на аукционе здесь. Есть чарка берсека на оружие. Она увеличивает атаку или ритм пробивания брони? Который иногда увеличивает вашу силу атаки за счет. Вот эти мне нужны чарки. Так иногда написано, блин. Да, но она висит постоянно на самом деле. От обоих. Ну как бы со скоростью атаки берсерка она висит постоянно.
помню, на посох. Плюс 81 заклинание, вот это бы мне зачем. Береги себя. Да, может быть, это бог просто. Слушай, я попробую заряжать. Ты? А я хил, блин. Твою ж мать. Мы так не договаривались, Кент. Мы договаривались либо... Я поговорил танка другого. Сейчас опять куча нытья будет. Ты хоть не ноешь, блин, когда тебя не хилю ни хера. Я вообще-то мною. Меня уже рога пришел убивать, охренеть. Танк твою же мать, дебил. Танк, блин. Ну хоть ты сагри его. Блин, а что, он тебя убьет, что ли? А, он сагри. Да я придеваюсь просто. Что ж он линкует только что? Поруча странного наблюдателя. Дай мне итемы. Итемы? А что за итемы? А, понял. Сейчас извини. Долго их. Да не эти свечи, да и все. Чтоб ты был вообще нереально неубиваемый, я тебе бафнул на силу. Черт, тебе уже кто-то бафнул на силу, что ли? Не знаю. Вроде нет. Короче, зеленка, я так понял, нам вся нужна с тобой, да. Просто. Как и синька. На всякий случай. Да завали хлебло, друид, блин. Ты не видишь, я из-за тебя чуть танка не потерял. Надо. Все надо. Честно, я уже сбил всем кулак криками или нет? А, у него же ж... Да, у него же ж есть свой баф, зимний горн. Вроде палыч же ж есть. Не, ну зимний горн силу и ловкость добавляет. Кого думает их не тупая сила и ловкость, скажи, пожалуйста. А ну почему-то агро было, ну ладно. Чего у меня так много маны единицы? Не шкрябай никакой. Вроде не шкрябаю, сейчас до сих пор? Нет, ты иногда только. И все. Чуть пошкрябал и все. То есть мне выключить мою хр-хр-хр-бот? Может, не знаю, может, у тебя шнур к руке дотрагивается, пока ты мышкой водишь туда-сюда, и не знаешь, как. Не знаю. Ну, подотравлюсь до шнура. Ну, самый слабенький ДПС.
Да? На, блин, меня в YouTube не приглашают. Почему, интересно, кто? Наверное, кошак, блин. Отвалите, блин. Ты мне уже достал, блин, пока мы здесь бегаем. Не дай бог, ты мне еще будешь спамить свой шмот или чей-то там, я не знаю, шмот, блин, в гильдии, будет вообще охренеть. Это заклинание еще не готово. Фух, я на топ ДПСил. Да сейфики тоже ролит. Ну-ка, эта крыса еще ролит сейфики. Да? Я не ролил. Там же тоже зеленки бывают до 5 штук. А у тебя есть ключи? А, ты же ключи тоже можешь делать. Забываю все время. Блин, я на что-то не могу жмать, мне это нужно так тупо. Я нажимаю тогда раз прилетел. Бесит, конечно. Хотя иногда бывает в топовых, вот реально, когда крутые ребята попадаются, они все отказываются. Я только смотрю, у меня, блин, это к концу БГ, блин, ой, к концу инста, куча всего, блин. Ну тут жлобы кончены. Ну именно вот, она сразу распыляется. Чё они все тупят, не пойму? Наверное, как и ты, блин, сидят, читают, блин, ВКонтакте, блин, сообщения. Так я успеваю. Они нет, видишь, блин. Неопытные. Понятно. Что там не шло со мной? Нормально. Крышую, как босс. Бог. Вырос бурст. Вижу, твори, блин, ДК вообще. Псих. Он обезбашенный, блин. Там и Палыч творит. Ад полный. Да нет, он не по ДПС имел. А он это... армию этих. Мертв. Ага. Прям кастовал, прям во время босса. Видишь, что пахнет? Не могу это консилить, не пойму, что я. Это дышка. Ничего страшного. Долго длится это рано. Что-то слетело. Надо. Надо, надо. Все мое. Отлично, мне Палыч бафнул мандарингенку, спасибо ему. Я думал, только на классике бафнули мандарингенку. Оказывается, нет. У меня постоянно кто-то висит. Так, я понял, тут надо все-таки нажимать «не откажусь». И... Чего, я мне это нужно и все. Не, нужно, а и в случае не нужно, не откажусь. Да блин. За что я? Да я понимаю, что тот друид агрит всех. За что я? Просто ДК еще не пришел, как бы. Да? Да. Понятненько. Как хорошо, что я охрененно мощный чувак. Я такое вообще даже с закрытыми глазами засиливаю. А представь, что будет, когда ты будешь холиком. Ты вообще там будешь захиливать, я не знаю. Не знаю, я тут щитками в основном.
Возможно, холиком сложнее. Это же один из минусов холика. Ну, у меня в PvP... Я не знаю, как собранный холик, понял. Идет, по-моему, по 2600 тикает. Это, блин, обновление. Ого. Это, блин, как у друида. Угу. Но у меня такое получается только если я на стакую такую хрень. И то, по-моему, у тебя не по 2600 оно. Ну, да, не по 2600. Сейчас скажу, во сколько. Там мишка танчится чем-то. Ну ладно. 1500 здесь. А потому что друид этот ДК тупит. И они поменялись вообще. Я не понял. Не, ну отстал кто-то. Может и ДК. Да, ДК отстал. Да, это танк. Ой, тут какая-то бомба лежит. Блин, его надо чекикнуть этого. У тебя место, если что, есть, я тебе потом там шмот. Потому что у меня тут с боссов шмот, который я могу видеть. А он потом не передаться может, синенький. Синий передается. Нет, с босса то не передается. Передается. Там, по-моему, написано, что на какое-то время можно передавать. Не, он так передается, я же говорю, какое-то время. Ну, блин, потом и передашь, блин. После стака я почищу. Просто я по почте ж тебе его не отошлю месяц. Ну, по почте, да. Только потому, что ты, тебе лень. Только потому, что мне лень. О, ДК, блин, отписал, наконец-то, ВКонтакте. Синька. Этих, блин, плечей, блин, 1000 штук было. Таких вот инстах и ДЦшник вообще абсолютно не понравится. Не, ну так это ж инсты говно, по сути. Ну, да. Главное инстах, блин, тут, блин, маны бесконечные. Так вот, если кто-то просел, значит, какие там накидал парочку штук, все, и больше ничего делать не нужно абсолютно. Вообще. Иногда я там кидаю обновление, хотя, по-моему, не обязательно. Мне кажется, там у Холика какая-то фишка идет из серии. Он все равно чистый. А Холик, скорее всего, то же самое делает, только обновлением. Без щитков. Ну, получается, Холик, возможно, если ему собрать какой-то там крит, да, какой-то там примитивный, да, может, с ПВЕ шмота он сам по себе соберется. И в этом крите, так что там, получается, вешается регенка, она же, получается, не надо, чтобы ты постоянно критовал, надо, чтобы эта регенка постоянно висела. Может, там процентов 30 крита, и она висит постоянно, там они на босса напали с вами. Зачем напрягаться, пытаясь оценить обстановку? Не для себя лучше. А, блин, забыл тут же, что этот мудак прыгающий. Подойду поближе ко всем. Уху! Держи, ДПС, держи! А что такое? 7 косарей. Может, это пятерочка. Блин, 5, да. Уже 5800 у меня показывает, по крайней мере. Ну это бурт, конечно. Но все равно пятерик. Ну так может, слышишь, а может берсек он бурстовый? Берсек он бурстовый. Но бурсты двухминутные. А у Павла типа не двухминутные, да, вот эти крылышки? Не, да понятно, я ж ничего и не говорю. Я брущу на боссах регулярно. Просто у меня еще 7к не получалось не брустить. Может, твои чарки просто? А, да, хули там. Не, ну чарки дают, конечно. Не думаешь, что прям охренеть сколько. А может, я просто, мне повезло, я не промазал. Ну и против троих сразу. Ну и это тоже играть можно. Блин, короче, я трешак не буду собирать конченый. Я так прикинул. А я буду собирать трешак, мне нужны деньги. Я хочу трансмут. Там мне тоже нужны деньги, но мне не платят так. К сожалению. Мне нужно затрансмутиться. Мне нужно две шмотки купить, верх и низ. Понял? У
мне сейчас профа важнее, дальше будет проще. Да, у тебя профа ничем не лучше, как я вот укачал, блин, кузнечное дело тоже, блин. Просирал кучу голды, просто покупая эту руду, блин. А у тебя... Да буду просру. Завали хлебло, друид, чтоб ты там не говорил. Надеюсь, он ты говоришь... Он опять отстал. А я понял. Ты ввязался, что ли? А ну походи, а ну. Сейчас. Давай, медведь! Чё, талант. Фига у него хп, блин. Так а чё он выпендривается? Это медведь, блин. Вот говно, блин. Самый что ни на есть медведь, блин. Прикольно ему дали гаешки, хочешь. Так у тебя я ничего не переодеваться не надо. Я не знаю, что тут у него за шмот, конечно. 5к. Блять, нафиг я собираю трэш. Спасибо, Палыч. Я век не забуду твою манорегенерацию. Причем конкретно меня выделяет. Понял? Блин, это пал на пол, оказывается. Подожди, а пал у нас вручник? Да. Блин, я вот не могу понять, он прикалывается, что ли? Ну вот он вроде вот паладин, у него дохера ДПС, у него 5,5 КГС, понял? Он китает мне регенерацию маны. Может прикалывается. Ты задолбал откидывать, чмошник. А думаешь, видишь, он не только на тебя. Не, потом ноют, что у них проблемы с маной. Думаете, почему у вас нет проблем с маной у меня? Потому что, блин, заботливо вешает нам бафы. Мы с тобой смотрели, да, каска уже на хай-левелах, она не лучше, чем этот. Мы смотрели, что каска... До какого-то момента она давала больше, потом меньше. Наверное, ткань какая-то, да? Не, наверное, ткань все загребает. Ткань у меня не дроптуется вообще. А, кулак. О. Да ладно. Ты пишешь, и тебе, да? Только мне не бафнул. Я раскрашу свое лицо! Вашей кровью! Бурст. Камера уже все просрал. Дальше. Буду оверхилить просто. Моя жизнь за бога смерти. Давай, блин, пошла. Как бог. Я смогу это сделать. Посох надо. Ого, колечко фиолетовое видел?
Я паролю уж дебилов до хера. Надо. Ого, колечко. Надо. Тестрот выигрывает твое колечко. Паладин. Повезло тебе. Блин. А что там проиграл? Кольцо. Хилу, плыз, пока не вышел. Ага. Да-да-да. Угу. Не, ну, если честно, мне оно не надо. У меня кольца крутые. 250-е, а здесь 174-е. Ты взял, блин. Ну, у меня одна стрешака, блин, а вторая ареновская. Я понял. Не стрешака, а за репутацию в этом. Мы тебе тоже надо такое выбить. Да надо, надо. Ладно, перенестись отсюда. Может, даже завтра сходим, да? Может, даже завтра сходим. Освобождай там сумки свои. Сейчас я где-нибудь найду конфету. А без конфеток сумки нет. Не могу я. Я понял. Нехватка конфет в организме. В крови. И начинает мана заканчиваться сразу же. Не поел, и все, и маны нет. Ага. Черт, чтоб я еще хоть раз, блин, с этого Даларана, блин. Типа, сколько стоит затрансмутить вещи? Допустим, плечи. Плечи. А не, прикинь, разлагал. Нормально. Эк, где это я? Угу. Можно продаться. Чё-то я не найду тут хавки, классно. Чем могу быть полезен? А вот 22. Да, есть хавка нормально. На себе купить, наверное, стака 3. Мы с ним мучаем. У меня, блин, маны было 6 стаков. Перепуганные присты, блин. Не, ну в основном потому что у меня с Деликова она выпадает. А вот еда заканчивается. У меня еды больше стаков, чем ты там себе покупаешь. Странно. Нормально, абсолютная пыль. О, 6 штук абсолютно были нормально. Мне надо 1600 голд на трансмут. Что значит абсолютной пыли точечка? Да ноль что ли? Что? Абсолютной пыли точка, понял? Не знаю. Скажешь, как будешь. Готов. Мне еще надо, к сожалению, 7 медалек. Так. Готов, готов к чему? Еще. А, к инсту. Сейчас я быстренько гляну, что я смогу сделать. Перчатки тебе надо было, да, что там? Да, перчатки бы не помешали. Тем более они у меня уже как бы хорошие. Это честь для меня. А тут я могу и не очень хорошие чарки. Тут чарки не сильно затратные. Да, тринки, конечно. Хотя... Хотя... Блин, я наоборот выложил.
Удачи. Так, ты где? В шторме. Давай зарегаем, я тебе шмот кину, и ты мне зачем. Ага, хорошо. Сейчас угадать. Если я сейчас зарегаю, то я буду танком, да? Я ДДшник. Конечно, я буду танком. А я ДДшник. Давайте, удачи. Теперь ты отдыхай. Какой-то баланс есть, да? Угу. Ух ты, это чё? Да ну нахуй! Да-да. Ну, друид хил. У нас тут уже есть хантец слабенький. Друид не такой, что прям сильный, а лук мощный. Охренеть, вот это мне инстик попался, вообще божественный. Не знаю, что я с ним сделаю, блин. Наверное, вот этот макрос поставлю. Хотя у нас же... Кто у нас там есть? Хантец. Вот этот макрос поставлю. Вот этот друид нормальный. Интересно, получится ли у нас что? Не как-то нытья, осматривание. Так, я вроде все переделал, но сейчас проверим, это все у нас оранит. Перчеру ботинки не переделал. Да, они в катаклизме более-менее правильно сделали, да? Сделали отдельно времени сумерек, отдельно нормальные такие мобские инсты. Да. Ледяная скорбь, клинок, разрушивший наше королевство. Отойдите! Тот, кто коснется этого клинка, обречет себя на вечные муки. Я попытаюсь заговорить с душами, заключенными в ледяной скорби. Даже не знаю, как мне все это сваривать. Чуть назад, прошу. Хуй смотришь. Шайна. Да, Утор. Милый Утор. Мне. А, да я вчера на твоем кладбище был, понял, мудак. Шайна, у вас мало времени. Король Лич видит все, что видит ледяная скорбь. Вскоре он будет здесь. Артас здесь? Может, нет, я... девочка. Артаса здесь нет. Артас лишь тень, мелькающая в сознании короля Лича. Да, мне бы желательно где-то тринки доставать. Тринки — это моё самое слабое место. Да, но ты хотя бы можешь себе купить персековские. Как бы там дохера денег нам. Ну как бы. Как бы нормально. Не 6 тысяч. Не 12 тысяч. Не, ну там одна берсерковская получается. Другую уж не купишь. Ну и что, хотя бы одна. Ну или регать обычки, блин, это его говна, как он называется. А я регал, не получалось. Давай завтра займемся этим. Ты прав, Утор. Да, прости меня. Сходим в этот, в ЦЛК. Я не знаю, что мне выбьем нужно. Колечко тебе. Мы передадим твои слова королю и рыцарям, которые сражаются с плетью, да, в цитадели ледяной кроны. А потом пойдем за тренями. Тебе нужно знать танка хила, например. Да, там должно быстро реагировать. И вроде в обычке ничего страшного там нет. А Джайна, завали хлебло, блин, задолбала орать. Короля, ну хоть белка, да? Сразу видно, что дура. Да. У них еще телефонов нету, понял? Мобильный. Сейчас бы сейчас ля-ля-ля-ля-ля. Секунду, мне надо поговорить. Как там у вас погода, да? А что ты делаешь? Не знаю, Чай. Мне кажется, если бы не Артас... Ну, все переагриваются, просто пренебрежь. Плеть давно бы уже уничтожила. Да тут вроде только с Лока надо срывать. Но, может, алло, где монолог? Его проблема. В теории. Не знаешь, хан дебил или нет? Ну, я не вижу на нас стойку этого. Паладин. Зато у него, блин... Аксессуары крутые. Где он взял? Странно. А, у него пятерый КГС, он поменял шмот.
поговорить с мертвыми. Да, видел паладина 5.5, который мне реген маны кидал. Ой, пока сам не увижу, не поверю. В стрельбе он, короче. Но у него такой, вроде бы он таланты как-то интересные. Выживание части повелителя, видимо, что-то умное. Так выживает, чем мой господин. Может, он хочет быть просто всеми спеками. Восстаньте по зову господина. Ты от меня не отмахнешься, Артас. Я должна понять. Я должна. Интересно, какова судьба вот этого чувака, который за Джанной побежал? Верховный маг, который... Тот, кого ты ищешь, давно убит. Теперь он бежит. Какой-то порядок должен быть, да? Да, вот со жреца начинаем. Вот зараза. Летышки. Охренеть, меня там контролят, как бог. Ну, жрец контролит. Я понял. Фир на меня. Я снимаю. Вроде бы пока нормально. Ух ты. Как тут сразу. Ладно, может, ханту надо. Но кожа никому, да? Ну собирайтесь уже до кучи, блин. Фир. Угу. А лок этим, я понял, короче, чего. Распространяет на всех этот. Ну поэтому у него и дамаг 8 хаб. Слава богу, что у нас у друида мана бесконечна. Ну, друиды я заливаю, и он сам себя заливает, получается. А ГС у него там. Хотя у него ГС, если честно, меньше, чем у твоего шипешня. Ой, пристика. Это новая пачка, да, уже пришла? Да. Я не знаю, я, возможно, в огне оставил. Да тут он какой-то не сильный тут огонь. Ну, может, друид сейчас вообще рыдает или... Да. Я хоть и друид, но я рыдаю просто. На вас висит омоложение. Ой, это масса. Восстановление на него, смотрю, да. Даже кидает. Еще и лок, видишь, стачивает себе хп. Не вижу локов, да? Подожди, ну там мага бьешь, да? Да вы охренели. Надо Масара посру здесь. Да бей меня, скотина. И ты бей меня. Что-то как-то хильнулся маг. Да, друидик чуть-чуть просел. Чуть-чуть. Ну он просто, наверное, забывает на себя омоложение кидать. А ну омоложение больше его съедает, чем регенит. Я тестировал. Не, он уже тикает. Да, но стоимость омоложения больше, чем оно восстанавливает. Блин, что все плохо, что ли? Я не знаю, если подняла. Да не, я там что-то почти умер. Больше фиолета. Она тут с каждой пачки, блин, фиолет падает, да? Надо тебе после инста отдать, наверное. Чтоб не начало. Женщины и дети. Бус пошли. Никто не избежал гнева господина. Вы разделали отчаяние. Ай, пошли, блин, учить меня. Охренеть, там лук перед ДП переагривает.
Да у него вот ДПС, блин, 5 косарей, блин, по одной цели. А он, видишь, он бустовый. Он же демонолог. Угу. Он будет круто носить, пока он будет в форме. Блин, опять фир. И уж, сука, никто не хилит. Вторая пачка, да? Да. Ну, что чем дальше, тем сложнее. Ну все, друид, это ты сейчас сказал, можешь и выйти. Теперь ты сглазил. Ай, пошли, блин, понты. Ну да, ну да. Непонятно или не потянул? Не потянет. Все, вливаем. Лок не потянет. Не, ну может хоть этих убьем. Я не знаю, что там будет дальше. Там же наверняка ад полный. На этой дороге, я помню, на обычке, как мы там попадали, блин. Какого хрена в меня, блин? Ладно, попробую это вампирить. Тупые роги, блин, на спину, блин, как дадут, блин. Ну вас в жопу. Тихо, дурных. Больше фиолета. Блин. Так, что тут у нас? Потабаемся. Ты сбил прицел. Рога. Я мне вроде. Я вообще застанет дебила, где он задолбал тут прыгать. Я рога, мне прыгнул. У меня уже 3 фиолетки. Ну, почему-то не так везет. Где там этот рога дебильный? Сильно, пожалуйста, ухая. Там уже новая партия. Но это предпоследняя. Вроде. Шурова, а тебе персональный стан, я смотрю.
Не знаю, по-моему, я и без бдительности тут нормально всех собрал. Что ты знаешь, ну? Ты даже ГС не собрал полностью. Можно было бы что-то говорить, когда у тебя ГС. Ага, вполне вероятно, чтобы я в танке бы вообще не зарегал бы ее. Странно, я в бою. Да еще мод там. Не очень нужно. Ну очень. А варам классно, они же все носят, блин, все могут ролить. Вы найдете здесь лишь смерть. Охренеть, я при чем? Вообще ни разу, даже до полмана не дошло. Я, если честно, не знаю, мало ли какая тут ситуация. Как разлагается ваша плоть? Ну, я имею в виду конкретно подобную. Ну, ДЦшника, видишь, если не сильно большой дамаг, допустим. Так не, ну тут большой был дамаг. Ну, просто, возможно, просел бы. При большом дамаге я не могу отхиливать. Я чё-то, они спасают, но не... Но, к сожалению, большой дамаг, мне надо еще что-то отхилить, по-моему, получше. Ага. Аксессуар? Черт! Зараза. Наверное. Сейчас начнут ныть, да? Ну давай с ролем, а если, блин, начнут ныть, то посмотрим, да? Ливнем. Я, по крайней мере, тут так уже делал. Я тут щит себе так доставал. А что у друида там в основном посмотреть? А мы проиграли все равно. Тупой друид выиграл, блин. Сука. Ну у него зеленка тоже. Прикольно, не. Хотя 11 единиц маны каждый раз, когда вылечится. Вархант вам-то нафига. А, это нужна была. Моя прелесть. Ну какой-то, кстати, дурной этот скелет. Ого! Такая хрень меня только что влетела. Ага. Только... лови щиток. Там еще скинси не хочет мне как на меня переагриться, я смотрю вообще ни в какую. Такой именно самый умный, понял? Чё, да что тут происходит, нах, что все они на нем что ли? Охренеть, блин, да переагритесь, пожалуйста. Ладно, так. Надо, наверное, ближе стать, да. И ты, что ли? Да ну тебя в жопу, блин. Как ты меня задолбал, тупой лок, как я тебя ненавижу. Фух, я чуть не сдох. Это всё-таки умер. Ага, лог дебилы есть. А он сейчас скажет, танк виноват. Друлька взял всю вину на себя. Тина, не спеши, у нас все пати. Без маны. А там Джай нужно все равно запускать. Даже сейчас бахну из-за этого. Интересно, а с этих двух боссов дали две монетки или нет? Да, две. Прикольно.
С каждого по две, что ли? С каждого по одной. Твои союзники прибыли, Джайна. Как ты и обещал. Давай, Джайна, заморозь его, к ебаной матери. У него, правда, пункт ХП. Ладно, пойду что-нибудь ей скажу, я не знаю. Уже что ли? А, там еще что она будет тут стоять, но я должна быть ему запускать. Моя магия задержит его, но ненадолго. Быстрее, герои! Да охренеть, нафиг. А чё ты хилом не попадаешь сюда, я не знаю. А я танком попадаю. А я бы, не знаю, любил бы меня. Сказал бы, что все дебилы тут, ДДшники не очень. Не пройдем и так далее. Тут, конечно, можем не втянуть. Если лок сейчас опять не тащит. Чей? Большой ДПС. Восстаньте, прислушники. Не дайте им сбежать. Я разрушу эту преграду, а вы смерть распростерла ледяные объятия. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Блин, далеко. Надо подождать. Ну Лича, 43 хп нету. Может ворваться? Остановить его тиранию. Странно. 20 миллионов. Не, ну это реально, конечно. Да не, нереально. Мы 1 миллион. Полдня. Быстрее ловить. То все, что я тут понял. Та мелочь сильно можешь не ловить, она не, по-моему, она. Понял, не элитная. Не, мелочь знаешь, что не элитная. Вот когда здоровые там идут, там уже. Там уже все плохо, конечно. И другие сейчас ты. Какая крутая триня. Пошел ты в жопу, блин. Не дайте им сбежать. Вот ник это уже серьезно. Да ты охренел, блин. Лич близко. Беги, Нарсил, беги. О-о-о, полегче там. Не, не втянем. Там мы бы втянули сейчас. Нет, сейчас втянули, но там дальше будет больше мясников. Типа, оно здесь сейчас не бесконечное. Он с нами играет. Я покажу ему, что бывает, когда лед встречается с огнем. Волк погиб. Вернемся рейснем. Вы в ловушке. Восстаньте, прислужники. Не дайте им сбежать. Схватите. А вот тут пошла жара. Принесите мне их тела. Я попробую. Сорвался один. Ты там, походу, уже не забить, конечно. Там все на Джайну идут, на пофиг. Ну да офигели, блин, так сагрись, блин, дебил. Просто тупый магра, только агрится и все. Блин, там все плохо. Лялочку, блин, да сорвись, блин, задолбал. Долбите, как никогда не долбили. Это же опасно нафиг. Ну давай, один мясничок, блин, сдохни нафиг. Бежим! Чёрт!
Там уже почти был выход. Ну ладно. Какие-то мясники неадекватные. Я не помню, чтобы они тупо на Джайну уперли раньше. Да, может быть, пускай бы они и не убьют там, наверное. Хотя хрен его, сколько у него там ХП было. А у него как-то вообще пункт ХП. Там чуть-чуть. С самого начала. За компьютер просто съесть. ДПС сразу резко возрастет, да? Угу. А просто бомбить их начинать как можно раньше. Ну это второй, да, еще там по-моему третий, четвертый. Не, это нормально ДПС там. Больше не тупого ханта. А хант, видишь, не тянул немножко. Вот буквально 200 ДПС. А, ханта кикать, искать нормального ДДшника. Мне вообще там волк умер. Если был бы волк, там было бы нормально все. Здравствуйте, 200 ДПС. Охренеть. Ну это пах. Постов не будет. Помнишь, мы были уже в такой херне? Тут закрыто. Эльстелс глаз. Эльстелс глаз. Глаз. Чего тебе? Я вышел. Я тоже вышел. Прощай, друид. Да тебе за три нему дозвон. Скрысил у нормального ДПСера. Я хочу видеть, как он умру. Как он умрет, блин. Ну давай. У нормального. Твои друиды, блин. Тохни. Нормального ДПСера. Ты бы представляешь, с какой мощой я бы... У него и так маны бесконечно. С какой мощой я бы дамажил бы там. Как бог просто вообще. Да. А там не дамаги дело, а там в хиле все-таки. Ну хотя, каждая хилка означает 11 маны. Мне кажется, что это как-то... Как-то, блин, вообще ничто. Это ты о чем, где? Тринка. Про тринка. 11 маны, но там стакуется, по-моему, 5 раз. Разве стаковалось оно? А ну я сейчас гляну, что там у него за тринка. Блин, у меня все позбивалось после перезахода. Так, ну это у нас залы, да? Залы. Новое отражение. С босса. Герой. Это у нас было с кого вообще? Это, наверное, трешак был? Не, это не трешак, это первый босс. Или второй босс, получается. Герой Марвин, да. Mm-hmm. Вы восполняете 11 единиц маны каждый раз, когда лечите цель для заклинания. А, да. Мне кажется, что это как-то слабенько вообще. Это с учетом того, что многие хилки по 500. Ну, считаю, у тебя все хилки просто на 11 меньше стоят. Ну и чё? Ну, там, конечно, неплохо ГС. Ну, ДС, то единственное, что там неплохое. Рейтинг скорости, бурст. Ну, как бы ДЦшнику он не помешает. С другой стороны, смотри, вот просто вот смотри. Вот у меня моя тринка добавляет, допустим, 28 единиц маны раз в 5 секунд. Раз в 5 секунд. Но я иногда хилю быстрее, чем раз в 5 секунд, правильно?
28 маны раз в 5 секунд. Твоя какая хилка, не понял? Ну это не хилка, это твинка. Понял? А, ну да. Вот, то есть, возможно, в сумме она выходит как бы неплохо. Сразу, я сегодня куплю себе шмотку или нет? Блин, лобал ты перекидывать вручную. Деренки нормально, ты натырил там. Угу. Все, да? Да, скажешь, как реагать. Сейчас это да. Блин, зараза, 5 штучек осталось. Сейчас подойдем. Да. Что там еще? Чё, зачем я ж просто силу атаки и все. А, силу атаки? Ну, ладно. Часик. Отменено, что ли? Не так. Отменено, да? Наверное. Еще ну, раз я... давай. Сейчас вот эти, да, вот эти. Угу, спасибо. Так, фракции. Скажешь, как там? Так. Сейчас зачалить себе тело на регенерацию маны. Там, мне кажется, 20 духу и 20 интеллекту, оно как-то интереснее, не? Чего? Ну, а, там 8. 8 духу и 8 интеллекту. Угу. Сколько дает регенерацию маны? 10. Интересно, что лучше? Духи. Я потом перечалю, если что.
Чем, блин, все равно. Так, ну самый дебильный инст мы вроде прошли, да? Да. Я могу чем-нибудь помочь? Если нас, конечно, опять туда не пошлют. Скажут, вы там не попроходили еще. Берегись всех боссов. Это огромная честь для меня. Блин. Нам нужно сына в ходе раз тобой, наверное, как-нибудь сделать. Там чарки все на плечи. Всех еда. Да благословит тебя, сын. Сейчас, да, слышишь, я посмотрю, может, у меня синти до хера. Ты мне тут, в принципе, 4 штучки дал. Но там на лице надо больше, сейчас я гляну у себя. Что там за чарки, говоришь, в Одина? На плечи ПВЕшные чарки. Сейчас скажу тебе. Сила заклинаний, критический эффект заклинаний на 10, или сила заклинаний и восстановление 5 единиц маны раз в 5 секунд. До новых встреч. У меня понятно пацанские. Сила атаки на 30, крита на 10. Так, ладно, давай смотреть рецепты. Значит, ты мне говорил, что тебе не нужно это. Тебе нужно какие-то берсеки, да? Да, мне нужно на берсек и берсеки. Ну, по крайней мере, я такой в гайде вычитал. И у меня на берсеке моем берсеке. Но я... Это никак еще не докачался, к сожалению. А вот до двуручников докачался. А не, не докачался. А нет, докачался, да. Ой, блин. Хана я тут учу как дебил и все деньги просрал. Видимо, были дорогие рецепты по 45 голд. Охренеть. Ну ладно. Штормовестник какой-то, блин, дебильный. Даже примерить не могу. Что я там хоть выучил, блин? Чтоб я не учил, ни хрена попалась на мне. Хотя смотри, прикол. Двуручное оружие, да, увеличивает урон против нежити на 100, на 110, да? Сил атаки. Вот. Именно чали такими хренями чистыми для целка, понял? Там же нежить в основном. Будет больше ДПС, да? Ну не факт. Мне надо дальше качаться. Немножко не хватило, надо 440. Счастливого пути. До берсека. Ну чё, можно постачивать. Например. А не надо стачивать, давай, мы же все равно сейчас регать будем один или два инста. Наручи на дух. Что у меня там наручах? У меня наруч интеллект. Создам дух. Это все равно, конечно, будет маловато. Черт, даже не пропнуло, вот зараза. Ладно, давай, бегай. Танк, танк. Очищение стратхолм. Выйти из очереди. Еще раз. Что это такое? Это не там, где летать. Там, где летать. Не хочу летать. Вершина пойдет. Только я хил. Если бы оно всегда писало, а я танк. Это зараза, не успел. Придется.
подождешь. Я жду. Здесь, кстати, нормальные ткани. Обычно дропается. Посмотрим, как он ДПСит. 5700? Да, посмотрим. Странно, вот они никто не, не... Вот у него здесь, конечно, две шмотки, но походу дела это... Блин, ладно. Ты что, там издеваешься? Там, блин, напали до меня. Я расти. Хрена тут что-то, фигня какая-то. Роги очень хочется напасть. Слышь, этот не стик же швагрится на стикстур или другой. Ну ладно. Графин, это же пробивает? Да тут вообще ад был. Да тут и пробивали. Это просто, я же говорю, напал рога первым. Красавчик вообще. Не, я бы не советовал бы тебе туда бежать. Дорога какой-то неадекват, блин. Черт, а ты куда? На меня снесло. Си, что ли? Угомонись. Рога, походу, не умеет перенаправлять вообще. Да если честно, я вообще там рог этих единиц встречал, которые умеют перенаправлять. А блин, тяжело сделать макрос, что ли? Ну, с ним дурной. А ты делал роги макрос? Не, ну блин, нам перенаправление я бы сделал. Так, там три моба. Мясник далеко. Пошел я. Щитки, я смотрю, тут быстро, только нам на... У меня его не было. А его не было? Я его перекастовал, когда уже прыгнул. Получил урон. Странно, ты как-то... Какой-то... Чё это... Невосприимчивость Каагра? Что за хрень? Тут оливнул, походу, да? Чё наберём? Рог оливнул. Слава богу. Нет. Что-то отклоняет. Вы что, охренели, блин? А. Это Палыч, да? Вроде бы. Угу. Нормально. Ну, он, походу, его не существует. А кого они хотят кикнуть? От того же Палыча, но он же... А, не. Ну, ладно. Нахера? Он же проявился. Он же просто прогружался долго. Наши нетерпеливые парни. А. Блин, вообще. Надо было не подтвердить. Слишком их много, а то все. Ага. Слишком далеко. Мы добираем или нет? Добираем, просто я не понял, кто-то оттупил. А, да вроде добро идет, еще нет. По мне что-то не идет. Кто-то как будто не подтвердил еще. Не, ну у нас достаточно неплохие ДДшники, конечно. Один, как мы с тобой вместе взятые. Да, 4800, 4500. Ну бы. Я 5 с чем-то. Заливал. Ой, господин, я помню, ты 12 заливал по толпе. Как бог. И теперь молю тебя о благословении. О. Да твою же мать, рога, лучше бы был бы пау. Странно, у меня вообще никто не отобразился. Во
Как вариант, да? А, все, ровно. Да, мне не нравится вот тут мясник. Не, Рога, блин, крутой. Ну что, тоже вроде да, неплохо. Спускайся, коза. Ж не так. Неплохо так раздает он мне. Потому что я где-то не там стою. То ты дурная, что ли? Да, охренеть просто. А я в хине, убивайте. Надеюсь, убьют. Бога вроде бы тащит. Меч над моей головой вознесенный. Не пойму, че Рогу бьет? Что висит? Да вот, бля, охренеть, вы мясника привели. Вот вовремя, умнички. Надо босса добивать сразу. Конечно, мне они нужны. Не, в этих латах пойду целка. Ну это я не по мане просил. Да? Там вроде нет. 20% нормально там сорвало. Это приучить себе больше скиллов юзать. Я понимаю, что лень. Да, там без этого никак. Не втащивают ни щитки, ни исповедь. Он волчок не раздают, как бог просто. Что? А вот когда тебя хилю, что вторым скиллом кидалось, это обновление, не, оно хреново работает, не советую. Чего? Можешь поднаписать, знаешь, нашу макрос неплохо получилось. Не обновление, я имел в виду. А эту кидалку, да, вот так у меня есть макрос. Хотя бы с щитком, ты сказал, с обновлением его надо делать, понял, а не с щитком. Тут же не работает фигня, что ты берешь другой прицел. Да, обновление у меня, блин, к сожалению, на другом. Я в основном такие херни кидаю, чем свобода. Там понял, в чем фишка. Там тут не работает фигня, что ты этот, блин. Как он, блин? Что? Блин, сейчас подожди, я тут на огне не занимался. Что ты берешь другую цель, и тебе макрос возобновляется, понял? Так нифига нету. То есть ты берешь новую цель, ты и у тебя. Уверен, опять... что этого фишки нету. Нету этой фишки. Я не может, ее можно как-то прописать, но у меня это не получалось. Вообще-то раньше она прописывалась. А как она прописывалась? Что там смена таргета, обновлять там. Кулдаун обновляется с помощью времени, либо со сменой таргета. Да, ну проверь, потому что я не знал такой фигни. Я давно такой пользуюсь. У меня оно просто было скиллы, все, и оно обновлялось.
шипы раздает, как молодой бог. Блин, это дурной дядька. Ого! Да ты там чё, выдал вообще. Что кончился? Мой. А мне почему-то радость. Я его уже забрал. Давай, хилим. Что раздаю. Рога, наверное, недоволен, то что кручу, что-то прыгаю, бегаю. Я не могу нажимать, мне это нужно. Но мне же это нужно, и оно у меня все, ничего не знаю. Тут я сильнее просел, конечно. Что за недоноски осмелились вторгнуться сюда? Запустили. Ну, этот босс багнутый, если сейчас все будет отлично, то мы его прям ваншотнем вовсе. Там лаз дурной, помнишь, блин? Я вообще там сейчас слабо представляю, что делать. Надеюсь, ДПСом зальем. Надеюсь. Там он как вставал какую-то фигню, когда надо отбегать. А он там пробивал, я офигею, и мне как-то не получалось там нормально. Либо через рейд его выводишь по-дебильному. Не, все, что а? Копий не было. Получилось лежал. Черт. Двухминутное проклятие. Они до сих пор в него стреляют. Да я стреляю. Ну я его убил. Ну все, без меня бы его никак бы не убили. Кожа. Жанни дракон. Дропа, кстати, тут мало. Продолжаю щита шкреп. Ничем не продолжаю вроде. А вот только что вот вообще реально шкреп. А не шкрябал ничего. А я выдумываю, да? А ну, вот это тебе не то, не? Не. Сейчас молчит. И текстуры. Блин, ну куда ты побежал? Бля. С меня снимешь потом.
Встань, наверное, где-то вот тут, в уголку. А все хотят бегать прям в тебе. Мне не кажется, что это хорошая идея. Не снимается клей. Не знаю, знаю. А, я Фири просто. Пока не кастует. Опять Фир. Блин. А давно видно всех. Опять Фир. Умри, блин. Даже не успел он эту хрень сделать. Меч такой, да? Фиолетовый. Но у меня, по-моему, лучше. Да. Но мне он нужен все равно. Ладно, на интеллект. Он тут явно никому не нужен. Угу. Сейчас я сразу их отдам. Сколько мне не хватает? А, мне хватает на шмотку. Вроде что ты мне собрался давать? Меч, что ли? Может, он красивый, посмотри. А он некрасивый. А, да. Ну, ладно. Он такой мега здоровый, конечно, такой. Ну, для одной ручки это кому-нибудь орку бы пошло. Что там, уже 3 часа ночи, да? Угу. Ты ничего покупать не будешь? А, я сейчас гляну, может, у меня нечего пока купить. Я бы, конечно, купил бы штаны. Так, что-то мне тут сюда как-то странно перемешалось. Не, не перемешалось. Не, это какие-то танка плечи. Так, сколько мне там валюты? Да не, мне еще много. У меня 29 из 50. Ну ты за 30 покупать пока не хочешь, да? Там небольшой прирост. Да, в принципе, можно и 30 купить. Сейчас я гляну, сколько там. Черт, я туда бегу. Тело минус меткость, плюс все, а штаны минус пробивание брони, плюс все. Что ты ищешь? Тело, наверное, куплю. Которое надо зачарить. Ну, плечи смысла нет, плечом я намного лучше, а чё ж я там хотел другое? Я, по-моему, там кисти рук хотел, да. Теряю меткость, теряю криты. Зато повышается дух, выносливость, сила заклинаний, интеллект и броня. То есть шипешить я уже не буду в этом шмоте, но зато где-то будет. Исцеление будет сильнее. Ну тогда мне надо еще один геймбой. Да, сейчас. Я попробую в качестве ДД зарегать, посмотреть. Только дай мне пати. Да, да, да. Менял тут шмот. Сколько у меня ГС? 4500. Ну, в принципе, не дал, что ли? Да, на опять бах. Дал? Не. Зайду. Если не будет там 2 минутки, то я там пойду. Я просто хочу посмотреть, что он удаст мне. А ты где? Долоране. А есть чарка на тело? Какая? Характеристики.
Не хватает немного зеленки. Она, правда, для меня уже херового цвета, но все равно. Я ряга. Нексус. Идеально. Это не Нексус. А, черт, не Нексус. Че я подумал, что Нексус? Ну ладно. Кто там у меня танк? Палыч. ГС 4300. Ну, меньше, чем у тебя. А не, больше. У меня 4500. Ты офигел? Сравнишь меня с этими нубами. Написано 3800 на тебе. Сейчас обновится. А, да, уже обновилась. Ого, там кто-то 10к в сандалил ниже. Какая тут. Да Палыч танк. А, танк Палыч? Не, ну он может ты. Все, я уже всех обогнал. Черт, еще не обогнал. Какой-то мудацкий пал меня надрюкал. Конечно, чуваки тут брестскую кожу собирают. Да как так он пыль получит? Да это говно, блин. За счет меня пылят мою эту. Вот говно, да? Ники. Моя же ж, блин. Давай, Саун. Давай. Ничего не знаю, никаких Саунов. Давай, Саунчик. Ну что ты, тысяча, ну что ты вообще, ну как... Как не родной, да? Как не Саун. Ультуй. Пофиг, босс, не босс. Ультуй. В любой непонятной ситуации, ультуй. Какие здесь важно, все играем, да? Черт, сух ты ж пошло там, маздамах, блин. Блин, контроль, я же не могу контроля ДПС, блин. Как вы не понимаете, блин. Там что-то раздает там маски. А ты хил? Ну да. Ну тут они паутинки какие-то кидают, читерские. Ай, блин, паутинка на мне. Да вы задолбали, папичи, блин, мудацкие. Прикинь, они, блин, пылят все. Я же ему не откажусь. Слышишь, ну что-то у нас не то с танком. Пробивает его даже моба, блин. Так эти моба дурные, ты чё? Не, ну как для старых инстиков, могли бы и не пробивать. Ну. Это королевство принадлежит клетке. Зараза. Чё я не бурстанул, чёрт? Бурсти. Савун, 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 давай! Ульта! Молодец, Савун! Босс легче, чем моба, слышишь? Тут вообще не надо хилить. Босс щиток не пробивает, а нет, чуть пробивает. Зараза. Чуть-чуть буквально не хватает. Не, ну я топчу. Муранна, ну Савун же ультан, вау. Даже против ульты совы я топ, понимаешь? Че они все так паука не любят, не пойму. Че, что-то я далеко уплыл. Ну, стой. Ты меня подставляешь. У меня будет, когда у меня будет 4 шмотки, что она мне вообще даст? Рейтинг при там мощного удара и удара героя, говно. Ну, в принципе, как. ДПС, конечно, возрастет.
О, паук. Ничего, что у меня нету бурста, не? Не знаю, что он делает на всякий случай. На всякий какая-то защитки. О, вот он, хоп. Там он пауков других выпускает, представляешь? Угу. Костры, чтобы он не был. Ух ты ж, блин. Блин, а где вы все делись, блин? Охереть. А где ты? Ты что, упал вниз, что ли? Нет. Вы именно такие все катящие, блин. Закатили хер знает куда, блин. Чуть-чуть-чуть-чуть выносливость. Ну, у меня... Ну, это танковская на меня. Ну, конечно, могут ныть, если я выиграю. Ну, я выиграл, посмотрим. Выпнул. А, нет, три косаря ГС. Ладно, а там, в принципе, она мне не сильно нужна, если... Боже, они идут и идут. Тьмищные салуны обгоняют меня по ДПСу здесь. Салун счастлив. Давай, салон. Я успел ударить. Это уже не обмылся. А, блин, Палыч обогнал. Палыч я не учел. Выход из боя, интересно. Тюленчик, конечно. Интересно, если взять вот эту тенью сейчас отбить, у меня станет не сильно больше. Вроде пал не ноет, значит она ему не сильно и нужна, правильно я так предполагаю? Для топалом такая хрень вообще не нужна. А вы могут только ДПС тратится. Нужно подойти поближе. У нас два пала, да? Ну, полтанк и ДД. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Все мое. Я вообще хоть что-нибудь выбью себе, блин. Конечно, он там на крыльцу ДПС, пока бежит. Понятное дело. Давай, щиток, держи. Вроде бы масуху выдержал. Савун! Вот умничка.
блин, он достаёт. Сову. А блин, агри, блин. Пал, блин. Кто это мне еще диспелит? А, ты наверное. Палом так просто агрит, блин, вообще. Там немало вот этой всей ерунды. Ну ты же знаешь там. Там просто тупо. Ты, конечно, то на ком красненьким портрет выделил. Mm-hmm. Возможно, вообще через хилбота, блин. Ну да, как вариант. No. Чуть не погиб это, конечно, вообще. Я же, блин, ничего, что мне руки заняты были. Что там, скоро не вообще? Добиваем. Еще уклонение. Мы лучше. Паладин тупо забирает. Но я не откажусь. Колечко нужно. Очень мило с вашей стороны. Так, мне есть что тебе отдать. Угу. Сейчас я пойду себе закуплю что-нибудь. Угу. Будет больше маны хватать. Ты не видишь, поседаю как бог. Хотя смотри, мне какой-то тупой пал кинул неправильный этот. Каску я покупаю. Нет. И продаю. Один каску, а другой великое благословение мудрости. Кулак надо было бы. Я знаю одного пала с пяти. Еще молодые, они еще научатся. Где-то здесь, да? Рейтинг скорости получу. Фишка рейтинга скорости в том, что возможно некоторые боты будут быстрее работать. Да. Лишний тик там, вся фигня, все эти вещи. Mm-hmm. А я тут ДД был, понял? Как бог. Встретиться с тобой большая честь. Рубский хитин. Так уж и быть, оставлю. Я тоже коллекционирую, блин, мало ли шо. А ты этот щит смотрел? Слышишь? Какой щит? Береги себя. А вот, блин. И пока. Такой.
внешку. Не. И не надо? Угу. Распыляет это, да. Такой шамановский, понял. Регенерация маны. Интеллект. Че я хоть купил, блин? А, перч. Че, пока ничего так. Уже похоже. Похож почти на бога. Угу. У меня ГС не поднялось. Потому что. Ну, там разница небольшая была, у меня тоже были неплохие перчатки. Главное их не поломать. Они мне не очень нравятся. За эти, за эмблемы триумфа. Тут у меня на плащик распылил. Честно, ты видел шлем за эмблемы триумфа? А вот их какие-то плечи. Ну чё, все тогда? Больше не будешь, да? А ну не сегодня. Хорошо, давай. Прямо шмоту тоже. Чё-то мне по почте пришло. Ткань. Тебе и по почте, этим шлем даже по почте ткань приходит, да? Ни хрена себе. Ладно, все, давайте.